Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Обзор площадки для облачного майнинга Securix. Проект, о котором я сегодня хочу вам рассказать, будет интересен всем любителям пассивного заработка на криптовалюте. Проект Securix позволяет всем желающим зарабатывать на майнинге, даже если вы не имеете ни малейшего представления об этом процессе. Преимущества облачного майнинга. Сам по себе майнинг, в переводе с английского «добыча», представляет собой процесс создания криптовалютных токенов. Майнинг использует вычислительную мощность компьютерных систем для вычисления новых блоков в системе блокчейна. Когда новый блок будет создан, майнер получит вознаграждение в виде вновь появившихся токенов. Но учитывая современные реалии, большое количество существующих валют и их высокую сложность, для того, чтобы заниматься майнингом, нужно иметь в своем распоряжении огромные мощности. Если раньше даже биток можно было добывать лишь на одном процессоре обычного персонального компьютера, то сейчас даже система из нескольких видеокарт, соединенных вместе, так называемых фермах для майнинга, уже не даст таких больших результатов. Сейчас для майнинга используются специальные машины – ASIC-майнеры, архитектура которых больше подходит для присчитывания блоков. К тому же, важной статьей расходов по добыче крипты, помимо стоимости оборудования, разумеется, являются затраты на электричество, которое уходит не только на работу самого вычислительного оборудования, но и на работу систем охлаждения, а на особо больших фермах еще и на систему пожарной безопасности. Поэтому, если вы хотите заниматься добычей криптовалюты, лучше отдать предпочтение облачному майнингу. При таком подходе группа людей скидывается определенной суммой денег, и на общую сумму собирается большая майнинг-ферма, доходы с которой будет потом распределяться между спонсорами соразмерно их вкладам. При этом никому из них не надо запариваться по поводу электричества, хешрейта и прочих тонкостей. Особенности проекта Securix. Программа облачного майнинга от Securix предполагает размещение нескольких мощных установок ASIC в одном из дата-центров Нидерландов. Выбор данной страны обусловлен несколькими факторами, главный из которых – стабильная электросеть. По данным статистики, в данной стране самые редкие случаи перебоев с электричеством, поэтому фирма от Securix будет стабильно приносить доход своим инвесторам. Также лояльное голландское правительство способствует активному развитию криптобизнеса в этой стране. Установки ASIC, которые будут использоваться в ходе майнинга от Securix, работают с валютами на скрипте SHA-256 и добываться на них будет биткоин и биткоин кэш. Однако токен SRIXIO, который будет использоваться на платформе Securix для совершения всех транзакций с инвесторами, построен на базе криптовалюты Ethereum и имеет маркер Ethereum 20. Поэтому все выплаты будут проводиться именно в эфире. Они, кстати, будут ежемесячными, и первая запланирована уже на январь 2019 года. В данный момент организаторы платформы Securix организовали кампанию предварительной продажи своего токена SRIXIO ICO. Сумма токенов, которой владеет инвестор, напрямую влияет на процент получаемой им прибыли с майнинга. Всего на раздачу спонсорам будет выделено 45% от общей суммы заработка на добыче, естественно, с учетом конвертации биткоин в эфириум. Разумеется, стать частью проекта можно будет и после окончания ICO. У админов платформы задумана серьезная экономическая программа – реинвестирование, buyback, система сжигания токенов для повышения их ценности и многое другое. Также на сайте проекта Securix есть калькулятор ROI. С его помощью можно рассчитать, какую примерно сумму вы получите с течением времени, если инвестируете в проект. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучать техническую документацию проекта. Инвестиции в ICO сопряжены с высокими рисками.